Партнер программы «Сеть детских клубов «Йети и дети». Здравствуйте, ребята! Привет! Ребята, внимание! Сегодня у нас финал, и буквально через несколько минут мы определим победителя, того, кто получит главный приз и звание специалиста по детской безопасности. Кое-какие итоги можно уже подвести по окончании трех соревновательных дней. Лидирует у нас Амалия. Всего лишь на одну фишечку у нее больше, чем у Тимура. 35 у Амалии, 34 у Тимура. Ну а пока я предлагаю приступить к первому конкурсу. Согласны? Конкурс загадок. Я читаю вам загадку. Вы, ребята, отгадку ищете на стенде и на скорость приносите мне. Раньше я вам одну фишку давала за правильный ответ, а сегодня будет целых две, плюс одна за скорость. Ясно? Так, первая загадка. Модница крылатая, платье полосатое, ростом хоть и кроха, укусит, будет плохо. Побежали! Вместе. Что это? Кто это? Оса. Оса. Молодцы. Присели. Получили по три фишки. Быстро, правильно. Максимальное количество вручаю по три фишки. Держите. Амалия, твои три. Вторая загадка. Шевелились у цветка все четыре лепестка. Я сорвать его хотел. Он спорхнул и улетел. Марш! Опять вместе и опять правильно. Присядьте, присядьте. Кто это у нас, ребята? Бабочка. Бабочка, красавица бабочка. Правильный ответ, быстрый ответ. По три фишки снова. Так, третья загадка, слушай внимательно. В лесу у пня суетня, беготня, народ рабочий весь день хлопочет, себе город строит. Побежали! Что это за народ такой? Ну, молодцы, ну, молодцы. Присядьте. Кто это? Муравьи. Муравьи, конечно, муравьи-работяги. И опять. Ну, Тимур, конечно, опять. Опять вы отгадали правильно, опять очень быстро. Поэтому снова три фишки. И последняя загадка. Внимательно слушаем. В темном уголке живет, шелковую нить плетет. Он тайком сюда забрался, строить новый дом собрался. Побежали! Я не знаю, как мы сегодня с вами определим победителя. Присядьте, присядьте для начала. Кто это у нас? Паук. Паук. Паук, конечно же, паук. Ну, еще таких прям одинаковых соперников я еще не встречала. Молодцы. Считайте, сколько в первом конкурсе заработали фишек. Ох, много заработали, много. 12. Отлично. Среди насекомых, ребята, очень много полезных. Есть такие, которые никакое безобидные, такие как бабочка или, например, вот у нас здесь улитка. А есть, ребята, насекомые, которые очень даже опасные, такие как, например, клещ. Вот про них-то нам и расскажет наша хорошая старая знакомая Мария Александровна. Внимание на экран. Ребята, привет! 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 С наступлением теплых дней вы все чаще проводите выходные на природе и в лесу. Однако не каждый знает о том, что там нас подстерегают очень опасные насекомые – клещи. Ребята, а вам когда-нибудь доводилось видеть этих насекомых? Ребята, да. Видели клещей? Да, видели, меня да? Даже укусили. Ой-ой-ой. А у меня не укусил, я их не видел. Тебе повезло, Тимур. Ну давай, все равно послушать про них будет полезно. Ребята, клещи могут быть разных цветов и размеров. От темно-желтого до коричневого, почти черного. Они могут быть очень опасны тем, что через укус они могут передать человеку множество серьезных заболеваний. Именно поэтому важно помнить, если вы у себя на теле обнаружили насекомое, которое вас укусило, самостоятельно трогать и снимать его запрещено. Срочно расскажите родителям и покажите место укуса. После такой неприятной находки вам стоит незамедлительно вместе со своими родителями отправиться в ближайшую больницу, где вас осмотрит доктор. Кстати, такого визита можно легко избежать. Для этого нужно просто правильно приготовиться к походу в лес или на природу. Запоминайте. Головной убор, кепка, шапочка или панамка – это обязательное условие. Теперь про обувь. Она должна быть закрытой, то есть кроссовки или резиновые сапоги. Смотрите по погоде. Я надеюсь, что в жизни вам не придется столкнуться с неприятными последствиями отдыха на природе. Но эти правила надо обязательно запомнить.
А на сегодня это все. Я желаю вам удачи и, конечно, победы. Ребята, у меня для вас на сегодня есть еще 4 итоговых вопроса. И от того, как вы на них ответите, будет зависеть исход не только нашей сегодняшней игры, но и в целом всего нашего соревнования, которое длилось на протяжении 4 дней. Итак, если вы были внимательны на протяжении всей игры, то вы с легкостью ответите на мои вопросы, потому что ответы вы слышали либо в первый игровой день, либо во второй, либо в третий, ну, конечно же, сегодня. Итак, здесь каждый правильный ответ будет стоить 3 фишки. Кто начнет отвечать на мои вопросы? Молодец, Тимур, как мужчина, начинай первый. Как выбраться из автобуса, если заклинила дверь? Ну, если заклинила дверь, надо выходить из автобуса. Через окно. Но нужно делать это очень... Осторожно. Очень осторожно. Да, запоминай, Тимур. Выходим, если заклинила дверь, через окно. Очень осторожно. Под присмотром взрослых. Я тебе немножко помогла, поэтому тебе дам 2 фишки. Одну оставлю себе. Хорошо? Угу. Хорошо, держи. Так, Амалия, второй вопрос для тебя. Правила поведения при пожаре в поезде. Как нужно вести себя, если в поезде случился пожар? Не бегать по вагонам. Так, сказать правильно. Сказать взрослым. Так. И чтобы дым, ну, нос закрывать, чтобы не нюхать дым и передвигаться по полу в другой вагон. Назвала абсолютно все. Все вспомнила. Молодец, Амалия. Внимательная девочка. 3 фишки тебе. Держи. Тимур, следующий вопрос для тебя. Какую опасность таит в себе ветер и ураган? Ну, ураган там, ну, по скорости так... Он очень быстрый, с большой скоростью. Да. Да? И что, какие он может последствия урагана быть? Ну, видел, когда вот у нас бывали такие, был сильный ветер, выходишь на улицу, и мы видим, что не так, что творит сильный ветер? А, там, ну, там, например, там у деревьев листики, там, а если там ураган начнется, там, например, листиков вообще уже не будет на деревьях. Они осыпаются, да, и ветер может и сорвать, и повалить полностью дерево, либо веточки с него сорвать. Даже такое бывает, что сами деревья падают на и машины. Огонь может? На машины падают, представляешь? Да, и может даже переворачиваться могут машины. Вот такие вот последствия. Ну, ты сегодня, я тебе помогаю, поэтому я себе буду по фишке оставлять, хорошо? Угу. 2 фишки тебе. Я знаю, еще Амалия хотела дополнить. Да, Амалия, будешь дополнять? Какую опасность таит в себе сильный ветер, ураган? Еще, ну, нельзя стоять под электростанциями. Потому что что может? Потому что может электричеством ударить. Током ударить. Током ударить. Правильно. Нельзя быть в сарае. Правильно, правильно, Амалия. Молодец, дополняешь, поэтому я тебе тоже фишечку даю. Молодец. Ну и последний вопрос для тебя, Амалия. Чем опасны клещи? Расскажи-ка ты нам. Свежая информация. Еще не забылась, я надеюсь. Если слушала внимательно тетю Машу, то расскажешь. Чем опасны клещи могут быть? Опасны клещи тем, если они укусят, то могут принести плохую болезнь. Правильно. Правильно, Амалия, да? Они могут заразить какой-нибудь болячкой. Хорошо. 3 фишки. Молодец. Надо сообщить родителям еще. Так, да, родителям, правильно. А если вдруг клеща не удалось извлечь, то что мы еще, Тимур? Как куда должны поступить? В больницу. В больницу надо, ну, врачу показаться. И нельзя еще клещей выбрасывать. Ну, да. Они еще раз могут укусить. Так, а как вот, чтобы... Тетя Маша еще рассказывала о том, как вообще избежать похода к доктору. Что нужно? Нужно одевать резиновые сапоги или кроссовки. Так, и подожди, Амалия, Тимур еще продолжит. А что там, кроме обуви, что еще нужно предусмотреть обязательно? Надо еще... Головной убор, там кепку, там панамку правильно, и шапку. Правильно, прятать Тимур, волосы. Молодец. Ну, ты тоже заработал фишку, держи, дополнял так хорошо, Амалия. Хорошо. Ребят, ну что, испытания мои завершены не только сегодня, а в целом в нашей игре с вами. Давайте считать, сколько фишек сегодня заработали, чтобы наконец определить победителя нашей игры.
Тимура 17. Амалия считает. Ну что, посчитала? 19. 19. А у Амалии 19. Ну что? Боролись, шли на равных, всю игру шли на равных, одинаковый счет. И что вы думаете? Закончили вы тоже практически с равным счетом. Маленький отрыв. Победила у нас Амалия, у нее 54 фишки, а у Тимура 51 фишка. Так что, ребята, я вас поздравляю, вы вдвоем победители, потому что самое главное в нашей жизни – это даже не подарки, призы, а ваша безопасность и ваших близких безопасность. А о ней вы намного больше, я думаю, стали знать после наших передач. Правильно? Поэтому я вас поздравляю, вы вдвоем победители. Очень хорошие ребята, мне понравилось с вами работать. Я желаю вам успехов. Спасибо. И всего хорошего. И осталось мне самое главное вручить вам подарки. Получаем подарочки. Это для Тимура. Держи, Тимур. Спасибо. А это для Амалии. Поздравляю. Спасибо. Ну а с нашими маленькими телезрителями я спешу проститься и жду встречи с новыми участниками. А место нашей встречи остается прежней. Это ваша страна безопасности. До свидания, ребята. Пока-пока.